Итак, я подала уведомление о проведении собрания инициативной группы, которая состоится 17 декабря, уже в следующее воскресенье. И сегодня об этом была уведомлена, соответственно, Центральная избирательная комиссия. Они должны будут прийти на это собрание, своего представителя прислать. Ну, собственно говоря, я уверена, что у нас за эту неделю получится все подготовить ответственно. Это будет действительно определенные меры, в том числе и безопасности, необходимо выполнить. Будут звонить всем, кто оставлял заявку на то, чтобы войти в эту инициативную группу, определенные сведения спрашивать. Я думаю, что все будет достаточно быстро, оперативно, потому что времени очень мало. Я хочу сказать всем большое спасибо за то, что меня поддерживают. Очень хорошо, что у нас в таком темпе все проходит, потому что это действительно объединяющий момент, когда люди в каком-то ради какого-то события становятся одним единым целым. Это очень важно. Я вас поздравляю сегодня с первым шагом. Он очень ответственный. И я хочу, чтобы у нас все получилось и на этом этапе, и на следующих тоже.